момент. Почему нельзя показывать, когда персонаж в броне, щиту, ну, в броне и со шлемом, и без, чтобы было ясно. Блять, визуально, типа, что так сложно, что ли? Ебать, я, короче... Ну, сразу будет видно, типа, эко у противников или нет. Да, так тем лучше. Это что, меняет что-то? Блядь. Не фартануло, не повезло. У тебя есть что? Да. Не повезло. У меня ничего нет вообще. Патрон только. Ты дверь открыл? Какую дверь? Ну ты дверь не открыл, я понял. Около тебя враг. Бля, Игорь, есть пистолет? Да и у меня патроны кончились. Иди, тут есть патроны. Подожди. Они высаживаются тут. Да, около тебя высадился. Блин, и патроны, и все тут так. Там враг около тебя, Игорь. Да, я понял. Блин, кто так косил. У тебя патроны есть? Да. Это у меня всего 10 осталось. У меня тоже мало, если что. У меня всего 50, а 10. Блин, 102 урона не добил, один шип. Ёб твою мать, тут зона? Я на турель нарвал. Ого, патроны. Каких не заметил. Тут двое, короче, у нас. Рядышком. Хоть инфу, блядь, да? Где? Не, они далеко, в соседнем секторе. Но они такие битые. И у них патронов мало очень. В доме есть турель с патронами. Ну, у тебя до хера патронов, так что. Вот в соседний дом. Тот, да. У тебя пистолет есть? Нет. Я только закопал. Тут броня, Игорь. Вот. Походу с твоего трупа, блядь, или с кого-то. А, это я понял, да. О, слушай, дай мне патронов. Отлично. Ой, блядь, бочка. Ёпта, блядь. Блин, ну я бы добил их заранее. Без головы.
Второй тут же. Слушай, может быть... Чё-то я не понял. Да, он в этом здании. Друг его выселился. Зона. Слева, слева, дурак. Вот в этом домике, да. Тут слева вход. Ёпта, там он не один. Там еще и лёг есть. Что тут за пиздец творился? Да тут, знаешь, понятно было. Крысы, блядь. А у них какой-нибудь есть прокачанный планшет? Да нет, вроде бы. У них патронов нифига нет. Все, зона, 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 валим нахуй. Не, нет, ничего. Тут, кстати, вообще никого. Ну тут одни в секторе. Да, конечно, все поумирали. Топор, блядь. Нож, отлично. Да я хотел муж, я случайно скинул. Блин, ну... Патронов нет, плохо. Суплай, смотри, рядом. Игорь, у меня 4000 денег. Тебе заказать броню? Давай, да. Броню ты хочешь заказать? Да. Давай, тогда ФАМАС закажу. Ты броню. Я броню заказал, какой нахуй? Я понял, я говорю, я ФАМАС заказал. Ты сказал, я ФАМАС и броню. Нет, я... Давай броню. Щит тебе еще закажу. Давай. Тут зона сейчас, Игорь. Понял. Видишь, надо валить понял, отсюда, понял, там понял. Как всегда. Летит уже груз. Да, вот деньги как раз на патроны. Веди, бери. Ну. Я так понимаю, что если у тебя есть этот... Типа шокер и оружие такое, типа нож, то что-нибудь одно надо выкинуть. Стой, пистолет оставь, блядь. У меня патрон нет на пистолете. Так у меня вообще пистолета нет. А, ебать. Ну, в общем, мне нужны тогда патроны. Чем мы крадемся? Думаешь, враги? А я не смотрю радар. В соседнем секторе враги. Бля, хуёво, тут дистанции большие. Они, слышь, они либо в нашем секторе, либо ушли дальше. А тут зона. Нихуя на нем секторе. Что за человек с крыши? Да не, мы тут ну одни, да, тут похоже. Вообще все в зоне. Патрон заказал. А мне тоже. Ну смотри, ты прям. Ой, я тут еще патрон нашел, нормально. А вон пистолет какой. Лок? Это мой, я скинул его. Там без патрона. А вот этот пистолет что? Пустой, без патрона. Ёрк, почему пустой без патрона? Я же, блядь, забрал. Смотри, возрождение. Угу. Мы тут на два сектора стоим. О, патроны. Ой, ещё патроны. Да нет, а, слушай, ну... Нормально. Надо... Перед нами они в секторе, угу, по идее. Что-то они, по-моему, открывают тут. Сейчас подальше от меня стоит. Этот дрон не спалился. У нас зона подожмет сейчас. Хорош дроном полить, Игорь. Патроны еще впереди. И деньги. И патроны, да.
4. Слушай, нам надо отсюда уходить. 4 сектора. Потом отсюда тяжело будет выбраться. Я в курсе. Выходим наверх. Дрон полетел. Вот сейчас на дрона можно спалить кого-нибудь. 6 врагов еще, офигеть. Я сам в ахуе, крысы, блядь, ебаные. В центральном маяке, наверное, точно есть враги. Вот тут какое-то здание, тут мы тоже могут быть враги. Впереди сектор, это последний. Угу. Я могу дрона взять, управление и полетать. В этом доме никого, я прочек. Ебать, тут зона. Почему она у нас начинается? Кусок говна, блядь, рандомного. Вдоль стены? Да. Поджимает нас. Тихо-тихо-тихо. Она очень сильно поджимает нас, да. Угу. Вот там лидер. Последний сектор. Он, по-моему, в этом доме. Вот тут слева кто-то, стрельба. Два врага осталось. Как раз по одному берем. Одного спалил. Фух, бля, я думаю, что такое? Походу зона его зажала. Я потому что кинул молик, и ничего не... А, это твой молик был? А, подожди, нет, это его молик. Он кинул молик, и я. А у него, видишь, у него хп не было, он сутилку уже казал. Вот, видишь, я молик. А, так ты его жёг. Действительно. По одному пилу и затащили, нормально. Я так и думал, что они там. Конечно, куда мы ещё?